Курс на север. Представители сухопутного Ставрополья стали специальными участниками торжества на главной базе Северного флота. День ВМФ страны отметили в Североморске. Праздничное мероприятие открыли с военно-морским парадом кораблей. Воинов-североморцев поздравил командующий вице-адмирал Николай Евменов и председатель Госдумы страны Сергей Нарышкин. Поприветствовали моряков и ставропольцы, представители регионального правительства, заслуженные лица края, молодежь и творческие коллективы. Ставрополье уже 17-й год шествует над 31-й краснознаменной дивизией атомных ракетных крейсеров Северного флота. Весной этого года в Мурманске уже побывали победители краевой зорницы. Как прошел очередной визит к военным морякам, подробно расскажем в специальном репортаже на СТВ. Уже скоро в эфире.